Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков на канале MyGT.ru. Как и обещал, мы запускаем следующую неделю бренда BioBank и подарим 5 4-литровых канистр моторного масла данного бренда. Это будет два продукта крутых, реально, Gold 1, 5W40 и 5W30. Тут как кому повезет, кому достанется. В общем, продукты сделаны на SP-шном пакете новом от Infinium. Это крутой пакет, реально. Вообще, китайцы, как правило, работают всегда с большой четверкой. Но сторона это мало кто работает, так можно выразить, что стройка работает больше. Но тем не менее, своим производителем по пакетам они практически не работают. Все крупные блендеры работают с западными компаниями, они там плотно засели, представительство имеют и так далее. В общем, продукт крутой, сделан на пакете Infinium. Реально SP-шный пакет, самый современный, можно смело использовать. Заводы эти все BioBank, я вам все три завода показывал. У них два завода в Гуанчжоу, заводы очень большие. Они занимаются химией и являются самыми большими крупными производителями по химии, там, для детейлинга, карбочиста и так далее. Вот, и три продукта мы разыграем еще, четырешки S6. Тоже продукт неплохой, тут лубризоловский пакет, 1 5W40 будет 1 4, и 2 4 будет 5W30. Разница только по вескостям, то есть S6 одинаковая, просто вескость 5.30, две канистры, разыграем 5.40, одну канистру. И по Gold 1 одинаковые пакеты, просто 5.40 и 5.30, маленькая разная вескость. Тем не менее, подходят эти продукты для подавляющего большинства автомобилей, которые у нас в России ездят. Итак, что нужно делать? Так как мы начинаем с вами во вторник этот розыгрыш, к сожалению, просто в понедельник не получилось, хотя я обещал в понедельник сделать, запустить розыгрыш, потому что у меня, к сожалению, просто было три сумасшедших подряд перелета из Индии, там, из Калькутты в Дели, из Дели в Москву, из Москвы в Новосибирск, поэтому, блин, подустал, честно говоря, вчера не успел ничего снять, поэтому сегодня снимаем. Итак, закончим мы этот розыгрыш наш следующий понедельник, поэтому время у вас еще много. Что нужно конкретно делать? В описании к этому видео я оставлю подробнейшую инструкцию, куда тыкать, что жать, что нажимать, чтобы участвовать и иметь шанс, возможность выиграть данные конкретные призы. Сейчас рассказываю все вручную. Если кто-то не расслышал, не понял, переходите в описание, там пошагово все это еще раз есть. Итак, вам нужно сделать репост трех моих видео на любых ваших площадках. Первое видео, которое будем делать репост, это видео по гайд по отличиям оригинальной японской тары. Это очень важный репост, который позволяет людям отличать оригинальные японские продукты в магазинах, чтобы не нарваться на подделку. Второе видео будет про то, как и из чего производится моторное масло. Тоже видео полезно для того, чтобы вы поняли сами основы, еще кто и как делает. И третье видео будет про отличие дорогих от дешевых масел. Тоже видео познавательное, надеюсь, для всех, и оно будет полезным. В общем, три полезные видео, вообще абсолютно никаких рекламных материалов, все чисто полезное, сугубо по делу. Итак, что нужно делать? В описании к этому видео есть три ссылки на три моих видео, которые находятся у меня на облачном сервисе «Облако Майл». Нажимаете на три ссылки, скачиваете видео к себе на компьютер либо на телефон. После этого размещаете эти видео у себя на площадках. Если у вас есть страничка на Ютубе, на Ютубе. Если у вас есть страничка ВКонтакте, ВКонтакте размещаете. Если страничка есть там на Дзене, на Дзене, на Драйве 2, на Драйве 2, на Рутубе, на Рутубе. Размещаете, в общем, на своей странице, где бы она у вас ни была. И после этого присылаете мне ссылку на нашу почту, на вашу страницу, размещенные видео моими этими тремя. Желательно эти видео закреплять, чтобы они у вас по ленте вниз не уходили, чтобы я видел, что вы реально их разместили у себя на площадке. Обязательное условие, чтобы эти видео у вас висели там, ну, до окончания, соответственно, розыгрыша. Мы в понедельник разыграем, выберем, вернее, победителей. Возможно, сделаем так, чтобы это было, ну, более интересно. Мы, например, в понедельник разыграем там две канистры, и во вторник разыграем три канистры еще дополнительно. В общем, как-то разделим. Поэтому время у вас еще вагон и маленькая тележка. Занимайтесь. Для кого это сложно, ребят, не заморачивайтесь, просто следующие конкурсы ждите, они будут у нас там скоро, через там две недели будет еще конкурс интересный, поэтому пропускаем. Если кому-то интересно, делаем эти репосты, материалы, которые вы репостите, вы делаете дело полезное. Потому что, во-первых, вы помогаете людям выявлять подделки, основываясь на моих видео. Во-вторых, люди хотя бы основу поймут, как, что из чего производится, потому что некоторые люди вообще этого не понимают и как бы фантазии своих об этом вертится. Вот, все очень просто. Еще раз, в описании к этому видео заходим, смотрим конкретную пошаговую инструкцию, что нужно делать. Файлы для скачивания также там в свободном доступе есть. Все
очень и очень просто. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики, участвуйте в розыгрыше. В понедельник, разыграем мы с вами все 5 канистр среди наших подписчиков, зрителей. Надеюсь, что вам повезет. Всем пока.